Ребята, всем привет! Вы на канале Страна Игрляндия, и сегодня мы с вами поиграем в Wormade. Первое, что нам нужно сделать, найти крупного червяка. А далее дело за малым, либо мы его подрежем, либо он лопнет. Нам остается лишь немного подождать. Вижу вкусняшки. Ждать нам пришлось не настолько и долго. Но уж больно мы серьезно подросли. Сейчас бы нам развернуться. Но этого делать не пришлось, так как один из крупных лопнул. Но и есть другое, менее приятное. Нам не удалось собрать много вкусняшек. И можно сказать, что мы находимся в самом начале нашего пути. Ведь 100 с лишним тысяч массы — это очень мало. Но нужно разработать очень хороший план. И первый план, который мы смогли разработать, это взять кого-нибудь в кольцо. Если, конечно же, получится. Какие же крутые у нас сейчас бустеры. Все, что мы подбираем, умножается в 100 раз. Жаль, конечно, что никто не лопнул. А вот бустеры уже заканчивают свое действие. Даже если нам получится в данный момент пройти вдоль красной линии и взять в окружение желтого, скорее всего, нашей длины не хватит. Отлично, места хватает. Мы бы прошли, даже если бы места было намного меньше. По-моему, я сделал ошибку. Желтый нас увидел и теперь уж точно отобьет вдоль красной линии, и взять его в окружение мы не сможем. Ребята, видимо, желтый не пуганый и не знает всех мелочей этой игры. Так что мы сейчас возьмем его в кольцо. Конечно же, если хватит длины. А желтый у нас — это Виктория Русина, которая находится на 5-м месте рейтинга. А вот и наш хвост. Да, круто получилось. Ребята, вы знаете, взять кольцо — это не самое сложное. Самое сложное будет впереди. Нужно будет этого червячка и даже не одного лопнуть. Кстати, пленник желтого лопнул. Обязательно обновляем бустеры, они нам пригодятся.
Медленно, конечно, но уверенно сжимаем кольцо. Отлично, все самые нужные бустеры подобрали. А теперь вперед за вкусняшками. Отлично. Мы поднимаемся в рейтинге и подобрали крутой бустер. Да, я думаю, что в этот раз у нас получится подняться на первое место. Четыре миллиона массы и первое место рейтинга. Сейчас немножко осмотримся и будем решать, что же делать далее. Проходимся вдоль красной линии, чтобы никто не рискнул брать нас в окружение. Окружение само по себе, конечно же, не страшно. Но страшно то, что ты теряешь очень много времени. Ребята, на сегодня основная задача выполнена. И я думаю, что на этом мы будем заканчивать. С вами был канал Страна Игрляндия. Всем пока и до новых встреч!